А чем мне нравятся автомобили на правом руле? Так это практически неубиваемостью. Ёлки-палки, я проехал по той дороге. Мать вашу, там Россия развалится вместе с Америкой. После той дороги Европа будет вся стучать, а эти-то едут, Да они не живут как пиндосы, там встали. Если что-то отвалится, то не в магнитке про это говорить. Америку делаем до усрачки. Но положенные 30 лет автомобиль в нормальном состоянии тянет, и это, извините, правый руль. Когда развалится подвеска на американцах. Когда наши новые машины будут в конченном утиле. Когда полностью ржавая Европа снизойдет на нет, эти будут рысачить. Да, блин, вот это была дорога. Тут Дакар отдыхает. То есть на Дакаре машины продвинутые. Здесь обыкновенные японцы проходили то, что другим и не снилось, уж поверьте мне. Я реально очковал, когда от Биробиджана до Читы была на протяжении 1700 километров абсолютно угвазданная и никакая дорога. Я думал, по полям проедем, а там такой пипец, что вам и не снилось. Но японцы проехали, так что честь им и хвала.